Был куплен VEF. Вот в хорошем состоянии. Решил его переделать на FM. А что бы то ни стало. Вот, значит, обратился к Хачатуру. На Авито он мне выслал планочку FM. Перед этим провел ему полную профилактику приемнику. Почистил вот эти все контакты. Электролиты поменял, поскольку они уже тут все высохли. Громкости было мало, фон шел и так далее. Вот. Хачатур мне тоже подсказал, что нужно сделать перед тем, как поставить планку. Планочка у меня вот такая. Вот она у меня тут встала. Без проблем. Но перед тем, как ее поставить, да, нужно вот сделать единственное, конечно, тоже тут немало работы. Получается, 10 электролитов я сменил. А потом Хачатур вот еще выслал мне видео, какие провода нужно допаять. То есть вот эти проводки я допаял согласно его видео. Вот, и все, в принципе, заработало с первого раза. Так, сейчас переключим FM. Ну, вот у меня тут такая наклеечка сделал. Вечер на семи холмах. Олег Машков. Ну что, всем привет! Здравствуйте! О своих гаджетах, беречь их от повреждений и подключать продукты для защиты. 8 районов Силиной и Крюково в Зеленограде, а также под... Прогноз погоды. По данным нейросети Яндекс, в Перми сегодня сохранится облачная погода, пройдет снег, температура воздуха минус 2, минус 5 градусов, ночью до минус... Я был русским банщиком в прошлой жизни. Это правда, жизни. Буяки, поселок, смотри. Буяки, буяки! А что, классно? В общем, классно, приемник ловит, вообще доволен. Спасибо большое за такой обучающий урок, все получилось классно.